Чобиты. Режиссер Морио Асу. Караул, опять он? И так каждый день уже вторую неделю. Он там стоит и стоит, аж жуть берет. Мама, это дядя так тяжело дышит. Не смотри на него. Все. Сегодня я туда зайду. Нет, не могу. Почему я не могу сказать? Продайте мне трусики. Файл 4. Чии идет в магазин. Сегодня я опять их не купил. Да что со мной? Я пришел. Что ты делаешь, Чии? Хидеки. Добро пожаловать. Я пришел, Чии. Я вижу, ты запомнила мое имя. Хидеки. Это имя Хидеки. Чии помнит. Отлично, Чии. Ты уже неплохо разговариваешь. Но... чем ты сейчас занималась? Вот. Госпожа домовладелица принесла. Ясно, ты хотела переодеться. Надо будет сказать ей спасибо. Но сейчас главная проблема — это трусики. Я могу попросить у госпожи домовладелицы одежду, но такое... Можно попросить ваши трусики? Нет! Такое я сказать не могу! Я же не извращенец! Извращенец? Трусики? Ты даже вечером полон энергии! Синба, замолчи сейчас же! Да я молчу, просто ты все время бормотал про трусики. Я что, говорил все это вслух? Чуть ты не кричал! Что? Он две недели не может купить трусы. Ты так стесняешься купить женские трусики? Понимаешь, этот магазин, там кругом полно девушек. Стоит мне подойти к нему на 5 метров, как... Но с другой стороны, вечно так продолжаться не может. Ну тогда скажи Чии, чтобы она купила их сама. Я не могу ей это позволить. Чии не пойдет в магазин одна. Нет, он не ленивый. Да все будет в порядке. Проблема в том, что он это... Сейчас. В ней установлена программа ориентации на местности. Это
Подожди, этот, блин. Во. Сейчас. Вот этот вот. Да, про трусики. Вначале просто такая ржака. Он стоит перед магазином и не может зайти. А дышит как? Озабоченный извращенец. Караул, опять он? И так каждый день, уже вторую неделю. Он там стоит и стоит, аж жуть берет. Мама, этот дядя так тяжело дышит. Не смотри на него. Все. Сегодня я туда зайду. Нет, не могу. Почему я не могу сказать? Продайте мне трусики. Файл 4. Чии идет в магазин. Чии? Хочешь сходить в магазин? Магазин? Да. Трусики купить. Трусики? Трусики? Значит так, Чии. Вот смотри. Сегодня ты купишь вот это. Кремалку? Да нет! Да, в некотором смысле. Нет. Я говорю о том, что на ней надето. Вот, вот или вот. Ты поняла? Это трусики. Трусики. Хидэки. Хочет это? Да, я хочу это. Ты запомнила? Доброе утро! Сегодня, как обычно, утренняя гимнастика. Симба так просыпается каждое утро? Что ж, сегодня я доверяю тебе, Чии, самому. Хорошо. Приходи поскорее. Нет, сегодня я говорю, приходи поскорее, а ты говоришь, я пошла. Я пошла. Правильно. Никуда больше не заходите и не ходите за людьми, которых не знаете, если они вас куда-нибудь позовут. И остерегайтесь машин. Никуда не заходить. Люди, которых не знаю. Машины. Давай повторим напоследок. Что ты скажешь в магазине? Трусики, пожалуйста. Да. Ты заплатишь деньги и купишь трусики. Ты поняла? Чии понимает. Я пошла. Справится ли она? О, да! Что? Вы сегодня идете на улицу одни? Чии? Чии идет за покупками с мамой. Как мило, пожалуйста, будьте осторожны. Я пошла. Я включаю программу навигации. Налево и прямо. Шевели руками и ногами, и быстрее шевели! Это тоже полезная зарядка. Трусики. Так, на перекрестке поверни направо. Трусики. Что, волнуешься за Сумамо и Чии? Да. Как они там справляются?
С чем справляется? С трусиками, конечно. С трусиками? Да, с трусиками, с трусиками. Славная сегодня погода. Еще бы. В такую погоду так хочется играть на улице. Точно, точно, я об этом и думал. Вопрос на 15-й странице. Да. Трусики, трусики, трусики. А здесь поверни налево. Теперь, пожалуйста, остановись. Мы будем переходить улицу. Велосипед. День-день. Ответ правильный. Светофор. День-день. Опять правильно. Привет, Комарева. День-день, день-день. Абсолютно правильный ответ. Трусики. Загорелся зеленый свет. Поднимаем руку и переходим. Тревога, мы отклонились от курса. Пожалуйста, вернись на прежний курс. Может, что с Чи? Что такое? У меня дурное предчувствие. Тогда начните со страницы 21. Да. Трусики. Тревога, тревога! Это вовсе не магазин. Но они на приманке. Это просто реклама. Здесь трусики не продают. Трусики не продают? Да. Нет, не угонит. И пошли дальше. Поворот направо. Трусики. День-день, правильно. Ненавижу такой ветер. Трусики. Трусики, пожалуйста. Что? Тревога, тревога. Это тоже не магазин. Но трусики. Здесь трусики тоже не продаются. Вернись назад на 12 метров и поверни налево. Трусики. Что с этим персакомом? Шутка. Она смогла купить трусики. Тоби. Трусики. Тоби. Трусики. 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 Надо было пойти с ней. Но пока вы с нами. Теперь страница 23. Да. Сюда. Чи. Ко мне. Обе. Не трогай мою плетку. Трусики. 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 Еще 30 метров вперед. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Трусики, трусики, трусики. Стоп! Пожалуйста, остановись. Кошка. День-день, ответ правильный. Подождем, пока не перейдут. Трусики? Трусики. Тревога, тревога. Нам нужно не туда. Тревога, тревога. Вернись туда, где мы были. На грани жизни и смерти. Чи, куда ты подевалась? Сюда. Супер проблема. Она пропала. Экстренная ситуация. Самому несъедобная, брось меня. Плохи мои дела, я пропала. Какой кошмар. Чи, пожалуйста, помоги мне.
Пес, ко мне! Чудом спаслась! Я же сказала, сумамо совсем несъедобная! Похоже, они еще не были в магазине. Может, они еще не дошли? Давай перекусим. Простите, вы не видели персаком? Вот с такими ушами. И переносной персаком. Вот такой. Это он, хозяин того персакома. Но... Ужас. Это он научил персаком таким вещам. Бежим. Но что это значит? Почему они мне не ответили? Может быть, Чиих что-то натворила? Угадай, кто? Извини. Юми, это ты. Прости, я просто хотела, чтобы ты угадал. Все в порядке, сэмпай? Что? Почему ее грудь? Матусова, сэмпай? Мне сейчас было так мягко и приятно. Было бы неприятно, если бы грудь была твердой. Нет, то есть... Я опять говорю сам с собой. Кстати, что ты здесь делаешь, сэмпай? Ну да. Я ведь искал Чии. Прости, Юми. Потом поговорим. Сэмпай! Забыл, что делал-то. А куда ты лезешь? Чии, куда же ты пропала? Чи. 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 Хидэки говорил, улицу переходи по пешеходному переходу. Отлично. Посмотри налево, направо, подними руку и переходи. Вообще замечательно. Она это запомнила. Чи. Придурок! Что ты здесь встал? Простите. Трусики, 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 трусики. Нам сюда. Трусики, трусики, трусики. Трусики, 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 приманка для Хидэки. Что она делает? Это, конечно, приманка, но... Трусики, трусики. Тревога, тревога. Это всего лишь рекламный плакат. Магазин вон там. Трусики, трусики. Понятно. Они так задержались, потому что их все отвлекает. Они вообще доберутся до магазина? Трусики, 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 трусики. Тревога. Трусики, трусики. Трусики, 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 трусики. Кажется, они справятся. Они почти пришли. Ты сможешь, Чии. Трусики, 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 трусики. Стоп! Прими мои поздравления. Ты пришла, куда тебе нужно. Трусики покупают здесь? Да, покупают, 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 покупают. Вот молодец, Чии. Теперь просто скажи продавщице то, что я тебе сказал утром. Привет, трусики. Внимание! Заходите к нам. Мы начинаем распродажу наших товаров. Все, что на этом прилавке, продается за полцены. Подходите, пожалуйста. Чи? Ой, как страшно. Срочно эвакуируемся. Чи! Но если я сейчас могу и... Чи!
Чи, ты там цела? Чи! Это же... Скорее сюда! Это тот самый парень. Это он стонал над нашим нижним бельем. Я знала, что за ним нужно следить. Вы все не так поняли. Я просто хотел... Мы все объясните в участке. Идемте со мной. Вы меня не поняли. Я ничего не сделал. Я не виновен. Не виновен. Повязали. Мы еле спаслись. Трусиков? Най. Нет. Панце. Трусики. Панце. Трусики. Куда сай? Пожалуйста. Попал пацан. Вот так история. Они приняли меня за чокнутого извращенца. Ну да. А что потом сделала Чии? Надеюсь, она благополучно вернулась. Я пришел. Добро пожаловать. Чии, как я рад. Ты добралась до дома. Ты купила себе трусики? Я вижу, купила. Вот. То почему мужские? Чи, ты сказала, как я тебя учил? Чи сказала. Трусики, пожалуйста. И Хидеки хочет. И тебе дали вот это? Вот за что. Это трусики? Нет? Это трусики. Спасибо за старание. Ты молодец. Мне опять идти в этот магазин. Пожелайте мне удачи. Пошел. Я... Это... Трусики, пожалуйста. Я извращенец. Продавщица, наверное, теперь думает, что я настоящий извращенец. Вчера так и было. Со мной так и обращались. А если подумать, я мог купить трусики в магазине самообслуживания. Вот идиот. Из-за этих трусов я теперь извращенец. Извращенец. Извращенец? Хидеки извращенец. Извращенец. Хидеки извращенец. Неправда, Чии. Извращенец. Извращенец. Обе. Как тебе серия? Бедный Хидеки. Чоби ты.
Держи микрофон. Режиссер Мурило Фаска. Никак умоститься просто не могу. Он хочет, чтобы я укрылась пледом, а он потом залез между мной и пледом. Он хочет быть и на мне, и под пледом. Я ж тебе вот уже это. Ложись давай. Подготовительные курсы Секи. На сегодня все. Я под пледом. Кстати, в это воскресенье пробный вступительный экзамен. Давай, залазь тут. Все как следует подготовились? Да, там мои ноги под пледом. Мастись. Вы узнаете, какую оценку вы можете получить и стоит ли вам поступать в этот университет. Этот тест очень важен, так что старайтесь изо всех сил. Чуть не забыла. Тех, кто учился хуже всех, я вызову самыми первыми. Госпожа учительница, здесь никто не боится. Вы так этого ждете? До встречи. До свидания. Госпожа Синидзу, это что-то. Сука. Ясно. Скоро пробный экзамен. Файл 5. Чи находит. У нас распродажа дешевле не бывает. Хорошо, завтра мне выходной. Надо будет сосредоточиться. Сэмпай! Юми! Вижу, ты опять говоришь сам с собой. С этой привычкой надо что-то делать. Ты говорил, что тебе нужно сосредоточиться. На чем? Ты говоришь, что видел. На занятиях? У меня через 2 дня пробный экзамен. Я думал завтра отпроситься, чтобы как следует позаниматься. Отпроситься с работы? Это такой трудный экзамен? Он важен, потому что он покажет уровень моих знаний. На курсах такой напряженный график занятий, что я стал отставать. А сразу после работы я засыпаю, как убитый. Так что, хотя бы завтра, за день до экзамена, я сосредоточусь на занятиях. Я понимаю. Сэмпай, постарайся, пожалуйста. Юми. Спасибо. Я сейчас покраснею. Ну, пора открываться. С удовольствием. С удовольствием. Это я. Хидэки, добро пожаловать. Я вернулся, Чи. Ну вот. Это учебники с моих курсов. Они нужны мне, чтобы учиться. Учиться? Учиться значит стараться узнавать то, что не знаешь, или что-то новое. Да, объяснить-то это просто. Но иногда учиться бывает очень трудно. Учиться трудно? Да. Поэтому завтра я весь день буду зубрить. А ты подбадривай меня, Чи. Да, время. Да, я справлюсь. Так. Нет, я не провалюсь.
могу. Нет, нет. Надо стараться. Ничего не соображаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да! Не скажу, что знаю все на зубок, но я все прошел. Теперь английский. Ничего не получается. К тому же учебник такой толстый. Но сейчас это мой главный противник. Если до ужина пройду половину, за сегодня как-нибудь управлюсь. Да! Так, респект. Как переводится респект? Словарь, словарь. Чи. Я их не играю. Я ищу словарь. А ведь я его не видел с тех пор, как переезжал сюда. Вот коробки, которые я не разбирал. Вот как я запустил английский. Ну же, словарь, словарь. Как? Не может быть. Пропал. Пропал, пропал. Он пропал. Точно. Я оставил словарь дома. Кошмар. Почему я не знал об этом раньше? Все. Так я ни за что не нужен английский. Какой же я... А я что делаю? Ну, как же я? Книжный магазин Ямадани. Вон он, то, что нам нужно. Новый англо-японский словарь. Какие же слова дорогие! Что ж, теперь я смогу готовиться дальше. Да, я вызову и английский. Я понял. Ты впервые в книжном магазине. Да, это книжный магазин. Тут продаются всякие книги. Книги? Ну, книги — это... бумага, на которой напечатано много всего. Забавные вещи, полезные вещи. Всякая всячина. Книжный магазин. Много книг. Чи? Безлюдный город. Хочешь ее купить? Сколько? За книжку с картинками? Нет. Если я куплю ее, скажу словарь. Но ведь словарь. Экзамен. Это тебе подарок. Подарок кто? Я куплю ее тебе. Гроши? Ну да. Это лучше, чем учиться у меня. Ведь в книгах есть столько всего полезного. Это он стал банкротом? В такие моменты говорят спасибо. Спасибо. Какая же речи милая. Господин, сначала купите книгу, а потом уж обнимаетесь. Ну да. И я попался.
Кстати, Чи, ты же впервые будешь читать? Ну вот, Чи. Это книжка с картинками. Вот, это картинка, видишь? А вот это слова. Рассказ ведется с помощью картинок и слов. Да, слова это... Этот город. Чи, ты умеешь читать? Какая же ты умная, Чи? Ну, почитай немного. Этот город был совершенно пустой. Ну, Матасума, Карачоба, Сиба. У вас тут опять любовь, что ли? Да ничего подобного. Вижу, ты такой спокойный, а я пришел приободрить тебя. Приободрить? Сумо? Я? Ура, ура! Матасума! Старайся, Матасума! Старайся, готовься к экзамену, старайся! Я должен заниматься, но не словаря. Что за словарь? Понимаешь, я забыл свой словарь дома. Без него я к английскому не подготовлюсь. Спокойно, я дам тебе свой. Да? А как же ты будешь заниматься? Я старался не оставать на занятиях, и теперь мне никакой запарки, Матасума. Черт, он еще поваляется. Нет, это я даже, господин Сиба. Ладно, тогда заходи ко мне. Ты меня спас. Не волнуйся, я сейчас приду. Держи! Спасибо. Посмотрим. Респект. Ясно. Уважение уважать. И что? Ну, что-то надо использовать. Тут вот так. Смотри сюда. Как существительное и как глагол, оно используется по-разному. Так, а если в форме прилагательного? Тогда говорят респект. Друг для него сенсей? Вот тоже смотрит. Правда, он не слышит. Этот город был совершенно пустой. Там были дома. В окнах горел свет. На улицах никого не было. Я попыталась заглянуть в окно. Там кто-то был, но у него уже кто-то был. Я заглядывала в другие дома. Там у каждого кто-то был. Потому это весело быть с кем-то. Потому что это веселее, чем быть со всеми людьми. Поэтому теперь на улицу никто не выходит. Этот город совсем безлюдный. Я отправляюсь в путь. Я пойду в другой город. Вот было бы хорошо, если бы меня кто-то нашел. Но если тот, кто мне нужен, влюбится в меня, тогда мне придется покинуть того, кто мне нужен. И все же я хочу встретить того, кто мне нужен. Вот о чем я думаю, когда я иду по пустому городу. Yeah.
Кажется, я начинаю понимать. Дальше попробуй сам. Давай. Давай, давай, вперед, Матасума! Спасибо, Сумо. Я вернулся. Чи. 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 Что с тобой, Чи? Чи чилит? Чи. Чи. Скажи, Чи, с тобой все в порядке? Все, что можно рассмотреть, кажется в порядке. Понятно. Но ведь это очень странный персаком. Сказать по правде, я не представляю, что с ним было. И что вызвало такое явление. Даже ты не знаешь. Ладно, не волнуйся. Пока беспокоиться не о чем. Может, ничего и не случится. Сейчас она работает как надо. Спасибо. Все равно ты просто спаситель. Да без проблем. Так точно. Ну, я пойду. Удачи тебе. Да. Thank you. Хидэки, что-то случилось? Ничего. Все хорошо. Да. Надо же. Надо же, эта книжка не такая уж простая. Чи, ты ее всю прочитала? Как могло пройти столько времени? Нет. Я собирался до ужина пройти хотя бы половину учебника. А я совсем не занимался. Какой же я не собранный. Какой же я. Я думаю, да. Думаю, что выучат. Если начну сейчас, все равно не успею. Все-таки я провалю английский. Все в порядке, Чи. Чи. Борис. Хидэки, Борис. Чи. Чи-чини. Тут написано чини. Ну хорошо, Чи. Еще рано сдаваться, да? Конечно, рано. Луна только взошла. Почини. Кажется, тут много каких-то слов подходит. Хидэки, Хидэки, Борис! Опа, это... Да. Поуши. Второе дыхание. Поучи. Не понимаю. Чи, помогай. Хидэки, Борис. Ты готовил диплом? Да. Еще столько работы. Не могу, Чи. Хидэки, Борис. Да. Чи, прошу тебя. Хидэки, Борис. Чи. Хидэки, Борис. Все. Заканчивайте. Передавайте с конца. Как же я устал. Куда теперь? На работу.
Доброе утро! Сэмпай! Сэмпай! Это я! Хидэки! Хидэки! Добро пожаловать! Чи! Чи! Спасибо тебе! На экзамене я не блеснул, но думаю, что оценка будет хорошей. Да, и все балла. Благодаря тому, что ты подбадривала меня. Спасибо тебе за это, Чи. Ну да. Со следующей зарплаты куплю тебе еще что-нибудь. Так что жди. Чи ждет. Но если тот, кто мне нужен, влюбится в меня, тогда мне придется покинуть того, кто мне нужен. И все же я хочу встретить того, кто мне нужен. Вот о чем я думаю. Когда иду по пустому городу. Прикольные чины. Чё бы ты? Кстати, на Али можно купить себе робота. Режиссер Морио Асака. На пикапу тоже, где я видела статью. Я шел на Алиэкспрессе, вот на пикапу робота. Плохой опыт с Аликом. Все посылки битые приезжали. Значит, не заказывай то, что могут разбить. Ты проснулась, Чи? Я вообще не буду с тобой никакого не заказывать. Все-таки надо купить плотные занавески. Файл 6. Чи теряет силы.
Доброе утро, Хидэки. Да, верно. Ты запомнила все приветствия, Чи? Запоминаю теперь больше. Хидэки меня научил. Свет. Правильно. Телевизор. Верно. Вкуснота. Правильно. Это тоже вкуснота. Да, можно и так сказать. Это не вкуснота? Фазон — прикольная тема. Нет, ты все сказала правильно. Когда много скидок. Что такое, Чи? Ты сегодня какая-то странная. Ты плохо себя чувствуешь? Плохо? Чи, еще не выучила плохо. Ну... Это когда голова болит, или в животе бурлит, или в груди стреляет. Голова? Что-то не похоже. Живот? Ты здорова. Грудь? Зачем так хвататься? Матасува, у меня дела, так что я пойду пораньше. Мы пошли. Что это за дела у Синба? Ну вот, надо было спросить Синба, что с Чи. Ладно, спрошу на курсах. Стоп, надо поспешить, а то я опоздаю. Да ну. Прости, Чи. Мне нужно идти на занятия. Я спрошу Синба, а после работы сразу приду домой. Приходи поскорее. Я опоздаю. Вернусь как можно скорее. Старайся поменьше двигаться. Что это? Последнее предупреждение. Нужно оплатить телефон и электричество, если я не получу зарплату до пятницы. Господин Матусува, доброе утро. И вам доброе утро. Я побежал. Ослабление власти сёгуната Асикага. С импортом огнестрельного оружия и изменением военного баланса в Японии закончился период средневековья. В груди идет Нобунага, занявший его место, открыл двери для современной политики и экономики. Если уж вошел в аудиторию, потрудись закрывать за собой дверь, Матусува. Да, доброе утро. Похоже, что ты сегодня не слишком рано. Прошу прощения, я опоздал. 10 кругов по стадиону, марш. Бегу. Подожди, я же пошутила. Правда? У нас же нет стадиона. Так как ты хороший студент, на этот раз я тебя прощу. Садись на свое место или поселишься у доски. Что? Вы уже простили меня? Куда ты пропал? Ты сильно опоздал. Что-то случилось? Да. Потом мне нужно будет спросить тебя кое о чем. Матусува открыл 43-ю страницу. Да. Персаком хандрит. Да. Раньше такого никогда не было. Она проснулась и почти не реагировала, когда я ее звал. Она была сонная, как люди, когда простужаются. Я опять что-то сделал не так? Ты ее подзаряжаешь? Да, я так и думал. А надо? Они сами не заряжаются? Нет, конечно. Это же электрические приборы. Думаешь, они будут сами подпитывать себя, не спросив согласия хозяина? Вот оно что. Эта девочка персаком. Да. К тому же ты не часто гуляешь со своим персакомом, не так ли?
Ну, я же вечером работаю, и мне что-то не хочется, чтобы Чи гуляла сама по себе. Вон, что вышло из покупки трусиков. Сумомо, научи Матусава перезаряжать аккумуляторы Персакома. Да, конечно, я его научу. Персакомы подзаряжаются с помощью встроенной системы солнечных батарей, когда их выводят на улицу. Тебе пельмени варят? На выполнение большинства повседневных обязанностей им хватает собственной энергии. Однако, если персаком был надолго изолирован от прямого солнечного света, нужно использовать кабель подзарядки. У большинства персакомов он находится в ушах. Ясно. Эта штука у нее в ухе. А ведь у тебя наверняка нет адаптера. Нет. На сколько ампер? Не знаю. Будь осторожен. Если за один раз зарядишь персаком на полную, могут быть проблемы. Я потом долго наводил у себя порядок. Ну-ка, вот, держи. Попробуй зарядить ее. Если ничего не изменится, тогда я сам взгляну на нее. Спасибо, Синба. Ты опять меня спас. Спасибо. Как я буду сегодня работать? Я беспокоюсь о Чи. Вот и сегодня получилось взять отгул. Матусава-сэмпай. Все-таки я тебя догнала. Хорошо, что мы не разминулись. Я бежала со всех ног. Новая у нее батарея. По-моему, крутая, смотри, сколько она там месяцев. Насчет работы. Кстати, я ведь впервые вижу Юми в школьной форме. Сэмпай, ты что, впервые видишь меня в школьной форме? Да, я опять говорю сам с собой. Симпатичная у нас форма, правда? Так вот, насчет сегодняшней работы. Да-да, насчет работы. Сегодня один из наших работников не сможет выйти, поэтому меня попросили прийти пораньше. Сэмпай, ты сегодня работаешь? Да. А у меня намечалась встреча. Когда не зарядят? В нашем пабе умеет садиться людям на шею. Сэмпай, пошли пожалуемся вместе. Не могу сказать, что хочу отпроситься. Не могу. Добро пожаловать. Проходите, пожалуйста. Два пива на седьмую стойку. С удовольствием. Я заберу тарелки. Несу пиво. С такой надеждой ждет. Сегодня было много народу. Сэмпай, спасибо, что помогал мне. И тебе спасибо. Пока. Да. Приятного вечера. Чи, я пришел. Чи. Чи, что с тобой? Чи! Хидеки. Прости, Чи. Не волнуйся, сейчас я тебя заряжу. Так, все готово. Начинаем, Чи. Что? Что происходит? Какого черта? Что случилось? Может, везде света нет? Это все из-за меня? Хидэки.
пожаловать. Чи. А надо было сначала ее кабель вставить. Чи. С тобой все в порядке? Все в порядке. В адаптер, а потом адаптер в розетку. Думай. Отключил район. Будь осторожен. Если за один раз зарядишь персако на полную, могут быть проблемы. Точно, электрощит. Вывела предохранитель. Потерпи, скоро я все исправлю. Ну вот, почему не включается? Электричество должно появиться. Косипоша. Может быть, что-то сломалось. Сука, Косипоша. Синбо, ты спишь? Синбо! Неужели он еще не пришел? Госпожа Хибия, это Матусува. Простите, что так поздно. Госпожа Хибия. Как назло, и ее нет. Надо кому-то позвонить. Раз Синба нет, может быть, Кагабунзи? Или Юми? Что? Неужели? Черт! Сегодня надо было заплатить за телефон. Я думала, это обычный лох. Электричество не появилось. Я так и думал. Все равно нужно позвонить. Где-то рядом есть городской телефон. Это все? Бумажник. Бумажник. Рюкзак. Правильно. Да. Правильно. Ты молодец, Чи. Чи. Много узнала. Хидеки учил Чи. Подожди. Не надо разговаривать. Все будет хорошо. Я что-нибудь придумаю. Я обязательно что-нибудь сделаю. Так что не разговаривай больше. Бар с удовольствием открыт до двух ночи. Наверняка там кто-то еще есть. Нет. Все хорошо, Чи. Держись крепче. Вспомнил, что у него сиськи есть. Да, вперед. Чи тяжелая. Когда я тебя нашел, ты была тяжелей. Если пройти здесь, будет быстрее. Стройка? Нет. Некогда размышлять. Так. Куда? Да, печалька как раз в этой серии начинается. Мы здесь. На левом почтовом ящике. Ничего, обходить совсем немного. Вот этот дом. Мы дошли, Чи. Бар совсем рядом с этим домом. Обходить никогда. Чи. Нам нужно лишь забраться наверх. Чи, тебе будет очень тяжело. Чи, не очень тяжело. Чи.
типа тяжелее становится. Чаевые залезли. Пипец. Чи. Лес ты... свалился. Вот реально нормально бы человек спину бы сломал уже. Эй, Чи. Чи. Что с тобой? Держись. Чи, что такое? Чи. Держись, я отнесу тебя. Она опять стала тяжелой. Черт. Господин Матусува. Госпожа Хибрия? Да. Я... Но... В аниме бесов спина, это же я. Что случилось? В окне? Да. Такси. Вы ехали домой? Я собиралась вернуться домой намного раньше, но у меня было много дел. Мне очень повезло. Госпожа Хибия, если бы вы не оказались там, я бы... Ну что вы, все не так страшно. Все могло быть намного страшнее. Все-таки, госпожа Хибия, вы спасли меня. Мне страшно. Я там бегал, не знал, что делать. Хибейки. Чи. Все в порядке, Чи. Хибейки. Отлично. Теперь все будет хорошо. Потом поблагодарим госпожу Хибия. Потом ему еще счет за свет придет. Вот и дом. Вы просто спасли меня. Я заплачу вам за электричество. Что? Не стоит беспокоиться. Нет, я должен. Не могу же я рассчитывать, что вы каждый раз будете спасать меня. Что ж, если вы так говорите... Здравствуйте. Сибо. Здравствуйте. Добро пожаловать. Матасова, что ты здесь делаешь? Перезаряжаю, Чи. Перезаряжаешь? Что это? Матасова, Чи крутится как бешеный. Как бешеный? Дешевле купить два новых персакона. Что? Персакон подогревает так много? Нет, столько энергии мало кому нужно. Я очень сожалею. Я заплачу за электричество. Вы можете подождать до конца месяца? Пожалуйста, не беспокойтесь об электричестве. Сначала скажите, в этом месяце плата за жилье. Действительно, за жилье. Да, мы еще не платили. Да, я и за жилье отдам. Когда получу зарплату на работе. Мне очень жаль. Я обязательно заплачу вам в пятницу, клянусь вам. Даже если мне придется разбиться в лепешку. Прошу вас, не беспокойтесь так. Я подожду. Главное, что вы заплатите. Нет, я так не могу. К пятнице у меня будут деньги за жилье и за электричество. Не надо так беспокоиться. Как невыгодно держать этого андроида.
Нет, ну ты тут же сосед сказал, что типа или с ним надо гулять на улице, по солнышку, или типа заряжать от сети. Шо, три серии успели посмотреть? Бели. И у меня еще есть время... Сейчас посмотрим до конца, что там в следующей серии, и до завтра. Не, ну можно было еще на часочек подрубить там позже, но я думаю, что нет. Далее. Так как Ты же ни чуточки не толстеешь. После зарплат я думал, что помните набрать прежнюю форму, но твои объемы не достаются. Послушай, я не прилагаю такие усилия. Постарайся не гулять так сильно. Хидэки, с кем ты говоришь? С бумажником. Далее, чуточка, чьи работает. Как же все-таки тяжело зарабатывать деньги. Постарайся не худеть больше. Капец. Спасибо. Как говорится, все свободны. Там Комарева где-то в кустах сидит или нет? Так и сказала. Ты в рейдах? Молодец. У тебя выходной? Там все грустно. Чего грустно-то? Что это? Кошка разболелась от наушников. Полтора часа били босса. И вайпнулись примерно 10 раз. И результат какой? Убили или нет? Важен же результат. Поливали. Результата ноль. Плохо. Психанули и ливнули. Бывает. Бывает. И расстраивайся.
Чё, я пошла? Вот, правильно, в следующий раз повезет. Вдруг вот так вот тоже, как Хидеки такой. Вот бы найти Персакома. Такой хлобысь на мусорке валяется. Я так однажды приехала к бабушке в гости. Захожу в подъезд. А там всегда лампочка разбитая была. И лифт открывается, и я вижу, что там что-то такое блестит недалеко от лифта. Поднимаю, а то часы позолоченные, притом женские, красивые такие, механические. Ну, естественно, что я их себе забрала. Они еще такие, ну, вообще совсем на тоненькую руку были. Все нормально, еще подошли. Но почему их потеряли? Потому что там, так как они позолоченные, золото ж оно мягкое, ну, более мягкий металл. Вот. Перетерлась застежка и легко открывалась. В общем, я их где-то 2 года, наверное, относила и потеряла. Пригласил меня соседский парень погулять, пойти. Вот, пошли ж? Он такой говорит, а пошли на речку, на поле? Ну, пошли. Это два дурачка бегали по полю и кричали. Потом в траве валялись. Ну, там на поле я и потеряла часы. Мы потом как это... Я такая, я часы потеряла. Давай ходить искать. А кто их знает, где я их потеряла? Жалко было. Любимые часы были. Мне потом мама на 16 лет подарила. Ну, это как раз, наверное, в тот же год было. Нет. Да, точно. Потеряла часы я раньше. Много раньше. А потом я ж ходила, ныла, говорю, вот, часы, часы, часы. Мама мне на 16 лет подарила часы. Кстати, я их тоже потеряла, но где-то дома. Я надеюсь, что дома. В аэропорту сняла, потому что через рамку не пускают. Типа положила в рюкзак. Потом... Они так провалялись в рюкзаке где-то на дне, потом с вещами вытащились. Ну, где-то сейчас, не знаю, в шкафу, наверное, лежат. Но я надеюсь, что дома, потому что последний раз я их, типа, в аэропорту сняла с руки, положила в рюкзак. Из рюкзака, типа, не доставала, но в рюкзаке их нет. В общем, крысы съели. Тогда память, что мама на 16 лет, первый такой этот серьезный подарок у меня. Взрослый, как говорится. Ну, а за те часы, которые я нашла, а потом потеряла, бабушка, типа, я ж пришла, рыдаю такая, она нехер было по полю с мальчиками ехать. Ну, сказала, типа, как нашла, так и потеряла, что, типа, во вселенной всегда есть равновесие. Что если тебе дается что-то бесплатно, ты просто так вот шел-шел и нашел, то или ты это же потеряешь точно так же, или что-то другое потеряешь. Ну, то есть другого нет. То есть должно быть равноценный обмен. Где-то это было. А, ну да, это в этой было. Новелле, которую я читаю, никак не дочитаю. Там тоже был равноценный обмен. Но там он намекал про имена, типа, что... Он такой говорит, ты мое имя знаешь, а я твое, типа, не знаю, как мне тебя называть. Она такая, ну да, точно. Вот. А история про часы, она вообще печальная. Это просто сейчас меня уже отпустило. Меня опять ОБС бесится. Ладно.
Все, пошла я чуть отдохну, полежу и побегу по делам. Потому что время дик-дага. Еще успеть много сделать. Ну и сегодня я пораньше лягу спать и надеюсь, что завтра утром встану. И все-таки в 10 включу, и мы тогда подольше посмотрим. Без перерыва. Как там было? Я забыла. В этих, у пионеров, как там, что-то. Клянусь, масло масляное. Спасибо, вам тоже это, удачки там. Берегите себя, не болейте. Не кашляйте. Мойте руки с мылом. Вот, кстати, ролик классный смотрела, пока обедала, про то, почему надо мыть руки с мылом. Полезный. Может быть, завтра, если не забуду... А, нет, не включу. Да, я забыла. Ладно, вы не поймете. Проехали, все. Расскажу на словах. Все, но завтра. Все, всем пока-пока.